Друзья, на часах 9:00, осталось совсем немного времени. Мы сейчас открываем двери для входа гостей в Крокус Сити Холл. Вот только что прошел генеральный прогон. Внимание всем службам! Минутная профессионалов. Аплодисменты, друзья! Сценарист, режиссер трехдневного сказочного шоу, актер команды КВН «Руден» Вадим Бакунев. Человек, который объединил все команды этого потрясающего проекта в одну. Станислав Овсянников и компания «Каскад Медиа». Ребята до сих пор находятся на рабочих местах. Аплодисменты!